В Назарове мать оставила годовалого ребенка ночью в сугробе. Под окнами общежития в 4 утра его нашли местные жители. Ребенок громко кричал. Как выяснилось, матери 22 года. Она уже состоит на учете за недолжное исполнение родительских обязательств и злоупотребление алкоголем. Ребенка женщина оставляет не в первый раз. Сейчас здоровье малыша ничего не угрожает. Он находится в комнате временного пребывания. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Оставление в опасности». Полицейским она смогла пояснить, что вместе с сыном в этот вечер находилась в гостях, где употребляла алкоголь. Как ребенок оказался на улице ночью, она объяснить не смогла. Материалы, собранные по данному факту, направлены в комиссию по делам несовершеннолетних, которая рассмотрит вопрос о лишении или ограничении родительских прав.